Планомерная работа по выявлению и ликвидации незаконных нестационарных торговых объектов в Одинцовском районе ведется уже давно. К сожалению, случаи, когда владельцы так называемых НТО по предписанию администрации самостоятельно демонтируют и вывозят свои павильоны, немного. Значительно чаще расходы по демонтажу ложатся на муниципальный бюджет. При выявлении незаконно размещенных НТО субъекту, осуществляющему хозяйственную деятельность, вручается уведомление о демонтаже. В случае, если субъект не производит демонтаж собственными силами, ему вручается предписание о принудительном демонтаже. Все нестационарные торговые объекты на территории района должны быть включены в схему размещения, утвержденной постановлением администрации. Чаще всего в Одинцово вывозом незаконно размещенных торговых павильонов занимаются сотрудники муниципального предприятия «Автостоп». Ими накоплен огромный опыт демонтажа подобных объектов в стесненных городских условиях. Грузить на эвакуатор рассыпающуюся палатку, лавируя между деревьями и кое-как припаркованными автомобилями, намного сложнее, чем продевать нитку в игольное ушко. Сегодня Одинцовский район по ликвидации незаконно установленных нестационарных торговых объектов занимает в регионе одно из лидирующих мест. Петр Горохов, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».